Дорогие друзья, земляки, в этот весенний день в нашем любимом Луганске в третий раз мы празднуем Международный день цирка, который отмечают каждую третью субботу апреля. Цель праздника – привлечение внимания к цирковому искусству, сохранение и развитие его традиций. Будущее циркового искусства без сомнения принадлежит молодежи, талантливым, сильным и целеустремленным людям. Приветствуем юных артистов, прибывших в наш город из разных уголков Луганской Народной Республики, чтобы продемонстрировать свое мастерство и гражданское мужество. Цирка искусства к звездам пунктир. Цирк – это мы. Цирк – это мир.
это сказочный сверкающий шатер. Цирк, 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 это кольцами играющий жонглер. Это тигр в полосатых кружнерех, это музыка и свет прожекторов. Любите цирк, 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 и почаще приходите в цирк. Цирк, 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 это фокусник, творящий чудеса. Цирк, 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 это детство, удивленные глаза. Это пестрые летящие мячи, это гнущие подковы силачи. Любите цирк, 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 и почаще приходите в цирк. Это лошади, танцующие вальс. Цирк, 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 это клоун, рассмешит сумевший вас. Это смелые под куполом прыжки, это зрители, горячие хлопки. Любите цирк, 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 и почаще приходите в цирк. Это делающий сальто-акробат. Цирк, 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 это вечный праздник взрослых и ребят. Это сила, это ловкость, это труд, а поверьте, путь к победе очень крут. Любите цирк, 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 и почаще приходите в цирк. Мы приглашаем к микрофону директора Луганского цирка, заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины, заслуженного деятеля искусства Луганской Народной Республики Дмитрия Касьяна. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех вас в нашем Луганском государственном цирке. Цирке, который стал символом возрожденной молодой нашей республики. И очень приятно, что сегодня в этом зале присутствуют наши друзья, родители участников цирковой самодеятельности, их братья, сестры и, конечно же, наши почетные гости, которые отложили все дела и прибыли на наш праздник из России и, конечно же, из разных уголков нашей республики. И я с радостью приглашаю в манеж первого заместителя министра Луганской культуры, искусств, молодежи и спорта Луганской Народной Республики Сергея Назаревича. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очень радостное событие. Сегодня мы вместе с вами поздравляем большую и добрую семью цирковых, большую и добрую международную семью цирковых с профессиональным праздником, с Международным днем цирка. Что вам хочется пожелать, ребят? Хочется пожелать профессионализма и мастерства, чтобы ваше творчество, ваш талант дарил радости и улыбки нам, зрителям. Ну а зрителям побольше и чаще посещать цирковые представления. Мы искренне надеемся на то, что те цирковые программы,
которые вы имеете возможность наблюдать и быть зрителями на этих цирковых программах, они вас радуют и вселяют добро, надежду и радость. Спасибо вам огромное. С праздником! Начинаем церемонию награждения. За плодотворное международное сотрудничество, вклад в интеграцию Луганского государственного цирка в мировое культурное пространство, благодарность министра культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики объявлена Беляуэру Евгению Эмильевичу, председателю Межрегиональной общественной организации «Творческий союз цирковых деятелей России». Островскому Григорию Андреевичу, координатору научных и образовательных проектов, советнику председателя Межрегиональной общественной организации «Творческий союз цирковых деятелей России». Львовой Елене Закировне, старшему преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московское государственное училище циркового эстрадного искусства имени Румянцева Карандаша. Львову Михаилу Юрьевичу, старшему преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московское государственное училище циркового эстрадного искусства имени Румянцева Карандаша. Снегирёвой Ольге Сергеевне, журналисту Федерального государственного бюджетного учреждения, редакция «Российская газета». Снегирёву Юрию Игоревичу, журналисту Федерального государственного бюджетного учреждения, редакция «Российская газета». Сырову Сергею Юрьевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Эвент-агентство «Аншлаг». Приказом Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики за высокий профессионализм, взаимное плодотворное сотрудничество, популяризацию циркового искусства в Луганской Народной Республике и в связи с Международным днем цирка почетной грамотой Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики награжден коллектив Государственного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганский государственный цирк». Ваши аплодисменты! Благодарность министра культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики объявлена Гребенкиной Татьяне Ивановне, режиссеру Народного цирка «Юность», государственное учреждение Луганской Народной Республики «Дворец культуры» имени Свердлова. Дышловой Марии Николаевне, руководителю Народного цирка «Геликон», государственное учреждение Луганской Народной Республики «Молодогвардейский дворец культуры «Юность». Зюбину Александру Ивановичу, руководителю эстрадно-цирковой студии «Юность» государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский центр детского и юношеского творчества». Кожемякиной Анне Валерьевне, руководителю Народного ансамбля танца «Рапсодия» Государственного учреждения культуры Народной Республики «Дворец культуры имени Ленина», город Луганск. Масловой Татьяне Александровне, режиссеру-постановщику Народного цирка «Родник» Государственного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганский дворец культуры». Микетеллу Тамаре Сергеевне, председателю цикловой комиссии «Цирковое искусство»
колледжа государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики, Луганская государственная академия культуры и искусства имени Матусовского. Савченко Антону Сергеевичу, руководителю акробатического коллектива «Арабеск», государственного учреждения Луганской Народной Республики, Дворец культуры имени Молодой Гвардии. Шевчук Ангелине Анатольевне, руководителю народного ансамбля танца «Зиронька», государственного учреждения Луганской Народной Республики, Дворца культуры имени Ленина, город Луганск. Шульженко Виктору Алексеевичу, художественному руководителю народного цирка «Родник», государственного учреждения культуры Луганской Народной Республики, Луганский дворец культуры. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем тем людям, которые создают нам праздник и настроение каждый день. И нашим постоянным друзьям и партнерам из Российской Федерации. Спасибо им огромное. Провожаем аплодисментами Сергея Станиславовича. Дорогие друзья, цирк – это самое демократичное искусство. Подтверждение этому – неоценимая помощь российского циркового сообщества израненному войной луганскому цирку. Наши российские побратимы сделали еще один шаг на пути к практической интеграции циркового искусства Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию, создав в нашей республике отделение Союза цирковых деятелей Российской Федерации. У микрофона председатель Союза цирковых деятелей Российской Федерации, народный артист России Евгений Беляуэр. Дорогие луганчане, уважаемые участники и коллеги, хочется от всего сердца артиста поздравить вас сегодня с нашим праздником, праздником Международным днем цирка. Этот праздник возник в 2008 году по инициативе принцессы Дианы, и который подхватил этот праздник все мировое сообщество. И сегодня мне хочется, сегодня присутствуя здесь, хочется поздравить всех луганчан с этим праздником, потому что луганская земля дала очень много талантливых артистов, как русскому, российскому и советскому цирку. И сегодня нас удивляет сегодняшнее положение дел в вашем государстве. Почему? Потому что даже сегодня, несмотря на все события, луганская земля продолжает рожать вот таких талантливых юных артистов. Еще раз с праздником вас, дорогие луганчане! Но это еще не все. Памятные сувениры от председателя Союза цирковых деятелей Российской Федерации получают студенты цирковой специальности колледжа Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского. Участники народного цирка «Родник» Республиканского дворца культуры. Участники цирка «Юность» ДК Свердлова, город Свердловск. Акробатический коллектив «Арабеск», город Краснодон. Народный цирк «Геликон», город Молодогвардейск.
Цирковой коллектив «Радуга», город Свердловск. Эстрадно-цирковая студия «Юность», город Алчевск. Коллег! Спасибо большое. Дорогие друзья, в этом году Международный день цирка посвящен жонглированию. И сегодня, после циркового шоу в рамках научно-практической конференции, народный артист России Евгений Беляуэр проведет мастер-класс по жонглированию для всех желающих. А сейчас звучит гимн фестиваля «Цирковое будущее» Владимира Зайцева и Анатолия Когана в исполнении солиста Луганской академической филармонии, лауреата международных конкурсов Анатолия Лаврентьева. Горит огнями яркими арена, она волнует сердце и зовет. И юность цирка, молодая смена, что завтра на манеж его придет. Цирк — это мгновенье ярких страстей накал, радость и вдохновенье все этот цирк нам дал. Не сходят на руках наших мозоли, и мокрые от пота мы порой. Не надо нам, ребята, лучшей доли, чем цирк дает нам вечно молодой. Цирк — это не просто, чтобы пришел успех. Мы летящие к звездам, молодость, сила, смех. Цирк — это мгновенье ярких страстей накал, радость и вдохновенье все это цирк нам дал. Международный день цирка проводится Министерством культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики под патронатом главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника. Организаторы фестиваля – Луганский государственный цирк, Луганская академическая филармония, Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Ваши аплодисменты! Нас ожидают перемены, успех и радость каждый день, ведь мы зажгли огни арены, чтоб мир пришел для всех людей. За руки надо дружно взяться, мы все семья, а мир наш дом, и на аренах лишь сражаться в своем искусстве цирковом. We'll be right back.
Участники народного цирка «Юность» Дворца культуры имени Свердлова, город Свердловск. Илья Кульков, студент колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств.
сердца нема, а девки молодые свели меня с ума. А выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, да мне весело. А выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, да мне весело. Матушка родная, дай воды холодной, сердце мое так и кидает жар. Раньше я гуляла в зеленом саду, думала, на улицу вверх не пойду. Раньше я гуляла в зеленом саду, думала, на улицу вверх не пойду. Под вечер аж пятки горят, ноженьки резвые пляску хотят. Я пойду на улицу, к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Я пойду на улицу, к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Матушка, слышишь, соловьишек поет, а там под горою пляска идет. Девки голосистые звонко поют, мне до молодому спать не дойдут. Девки голосистые звонко поют, мне до молодому спать не дойдут. Участники народного цирка «Родик» Луганского республиканского дворца культуры. Встречайте самого юного участника нашей программы.
Check this out. Самый юный участник нашего шоу Артем Горбунов, Народный цирк «Родник» Луганского республиканского дворца культуры. Thank you.
Надежда Залевская, Антон Савченко, акробатический коллектив «Аравеск», город Краснодон. Владимир Крюшин, Евгений Грицов, Народный цирк «Родник» Луганского республиканского дворца культуры.
Екатерина Дунаева, участница Народного цирка «Родник» Луганского республиканского дворца культуры и шоу-балет Луганского государственного цирка «Империал». È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. È la pioggia che scende dentro le tende, la felicità. E passare la luce, parte la pace, la felicità. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano. Spaghetti al dente, io partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra, la finestra. Maggiore Italia con i tuoi artisti, con troppa America su manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. La, la, la. Lasciatemi cantare, lasciatemi con la chitarra in mano, con la chitarra. Lasciatemi cantare, lasciatemi suonare piano, piano. Lasciatemi cantare, lasciatemi, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. La, 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 la. Amor, 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 no. Amor, no. Amor, 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 no. Amor, 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 no. Volevo fare una poesia che non parlasse che di te, con un pennello sopra i muri scritto free, che cosa sei per me. Volevo dire per la strada a gente che non ride mai, che sei diversa, che sei vera e che col tempo tu non cambierai. Ma tu non sei con me. Volevo
треба фарма поезія. Кену парласи кредите. Кону пенело сапри мури. Крім добрий, де кода сей пер не. Volevo dire per la strada, al gente che non ride mai, che sei diversa, che sei vera e che col tempo tu non cambierai. Ma tu non sei con me. Amore, 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 no. Amore, no. Призер международного фестиваля «Цирковое будущее» Малик Шатарат, студент колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств. Малик Шатарат. Stronger, stronger,
Участницы народного цирка «Геликон», город Молодогвардейск. Народный цирк «Геликон», город Молодогвардейск.
Екатерина Дунаева, Андрей Соболь, Анастасия Шкандымина, Владимир Кирюшин, Евгений Грицов, участники Народного цирка «Родник» Луганского республиканского дворца культуры.